помощь! Срочно нужна помощь! Меня кто-нибудь слышит? Нам срочно нужна помощь! Кто-нибудь ответьте, это срочно! Слышу вас. Аджай, в этой зоне сброшено несколько грузов. Высылаю координаты. Доберись до них раньше, чем это сделают люди губернатора. Понял. Отлично! Остался последний! Поспеши! Последний. Что это? Это не важно. Просто доставь их сюда и поскорее. Твое добро. Спасибо! Золотой путь в долгу у тебя. Я расскажу нашим вождям, что ты сделал для нас. Эй, есть тут кто? Выходи! Ладно! Будьте начеку. Не отвлекаться! Он сбежал. Погоди, стой!
Ты где-то тут. Вперед! Никакой пощады! Я убью тебя с радостью! Намасте. У деплёра всюду глаза и уши. Могут быть проблемы. Там армейские патрули. А мы сможем застать их врасплох. Я слышала, дела с захватом аванпостов у тебя идут хорошо, но ты не спеши. В этой войне нас ждет еще многое. Можем застать их врасплох.
купить оружие у контрабандистов, а их-то и нет. Все масло засеяно. Еще одна выкройка. Смехом дикой собаки. Мне нравится. Вот что я люблю в тебе, Аджай. Ты не строишь из себя знатока моды. А вот минус, ну, ты знаешь, так эксцентричен, так переменчив. То прекрасный костюм, то и собаке не годится. И вот ты живешь во дворце, а потом убегаешь от своры гонщик через горы. Капризы моды. Это точно. Логово тут недалеко. Будь неистов, Аджай. С этой войной нам такого не светит. Хватит болтать, у меня башка трещит. Ваш приемник настроен на радио «Свободный Керат». С вами Раби Рейрана. Поговорим об Амите. Страшный борец за свободу, уважаемый лидер, а как она смотрится за стволом, никому своего мнения не навязывающийся имхат. Но это еще не все. Я тут немного покопал и нарыл информацию, что она еще начинающий наркодиллер. Не мне судить, на игле я не сижу, конечно, но бедную травку уважаю, при случае выкурю с вами трубочку мира. И все же я не торгую. Не в моих правилах. Несколько побед и отобрал несколько аванпостов у армии короля. Это значит, что теперь гораздо меньше патрулей этих амбалов будет шляться по нашим дорогам. Тем лучше. Амбалы. Почему их так называют? Может, в честь какого-то парня по имени Амбал, который был...
Министерства внутренних дел и социальной гармонии. Патрули армии короля служат вашей безопасности.
вашей безопасности. Уступайте им дорогу и не делайте резких движений при их приближении. Всем приказам от патрулей армии короля нужно повиноваться немедленно. Отказ от повиновения повлечет суровые последствия. Да зарит вас свет, Рейганавна. Это не так много, но ведь мы только начали. Спасибо тебе, Аджай. Теперь нас услышат новые союзники. Дорогие любимые братья и сестры в Акерате, никогда не ешьте кератский крабовый рангун.
С вами... Офигеть, Джай Гейл. Ну, вообще. Слушай, дай я пожму тебе руку. Я следил за тобой, ты делаешь очень хорошее дело. Значит, ты парень с радио? Да, это я. Голос свободного кирата. Раби Рейрана. Вот, за тобой сила. А мое оружие — слово. И, как говорят, перо острее меча. Короче говоря, я как Раш Лимба, но с душой и совестью. И чем больше людей я отвращу от Пейгана, тем меньше ты убьешь. С этим не поспоришь. Но я-то сам могу не так много. Я несу правду и обличаю лжецов. Но кто-то должен испачкать руки. Вот глянь, например, на Чоту. Он по жизни грязный, но так уж вышло. Пистолеты у нас только водяные, кстати. Радийщики, мирные люди, понимаешь? А для борьбы со злом нужны бицепсы и что-то там еще. Ты срывал плакаты с пропагандой, это здорово, но пейганская машина пропаганды в ответ набрала обороты. Его люди устраивают временные центры для этого конвейера лжи и круглыми сутками гонят бредятину Мина. Какой у нас план? Видишь это? Я все сам собрал. Думаешь, что-то хоть чем-то мне помог? Да куда там, сидел слюни пускал, толку от этого чувака ноль. Я прослушивал радиочастоты армии короля и нашел один из центров пропаганды. И мне нужно вывести его из строя. Сердца и умы, Аджай. Умы и сердца. Нельзя позволять Пейгану лить это дерьмо людям в уши. И что? Это остановит пропаганду? Нет, конечно нет, но не парься. Я смогу выслеживать новые центры пропаганды по мере их появления и говорить об этом тебе. А ты будешь делать то, что умеешь, надирать задницы этим засранцам. Разнеси первый центр. Вот, блин, эфир. Ну, спасибо, что пришел. Че, ты сделай чаю? Да, быстро, твою ж мать. Да, это не отель, но мы делаем, что можем. Жарко? Кондер включить? Че, ты, а ну, вруби кондер. Да, прости, здесь и правда жарковато. Прям Гуантанамо какой-то. Ну, рад встрече. Эй, мы снова с вами. Это радио «Свободный Керат», и я Раби Рейрана. У нас есть несколько вопросов от слушателей. Вот, например, вопрос от Джанины. Она пишет: «Привет».
Что теперь будет? Окья! Найду убийцу, пощады ему! Играй со мной, блядь!
С пропагандой, Аджай. Да, этого дерьма у нас хватает. Что ж, начало положено. Спасибо. Ты спас меня.
ноги. Я ему отомщу. Хватит.